Встречайте воспитателей! Аплодисментами встречайте их! Бабушки и дедушки, здравствуйте все! Вот отчего-то зал летит, в глазах печали грусть немного. Пусть зал сейчас запомнит их, торжественных и озорных, немножко грустных и упрямых, по-детски шаловливых самых, неповторимых дорогих и всех по-своему любимых, и одинаково родных. Встречайте их! И обаятельных, активных и внимательных, увлеченных и талантливых, красивых и мечтательных, самых лучших выпускников Алёнушки 2017. София Васина. Подходите, ребята. Сережа Самойлов, Даша Подкрушникова, Виолетта Авдеева, Вова Сорванов, Настя Подольная. Ева Савенко, Максим Емельяненко, Вика Ильяшенко. Настя Иноземцева, Максим Корсун, Сабина Григорьева. Yeah.
волшебным детством. Давайте с вами вспомним самые интересные, самые веселые дни. А поможет нам в этом вот этот наш волшебный корабль. Посмотрите, хотите туда вы попасть? Да, хотим. Ну что ж, тогда прямо сейчас мы отправляемся в плавание к островам дошкольного детства. Внимание, внимание! Отплываем, отплываем! Ждут нас в море чудеса! Отплываем, отплываем! Поднимайте паруса! Yeah.
ладошки, коснемся малыша и потанцуем польку с малышкой не спеша. И маленькие ножки по кругу набегут. Держись, держись, малышка, я рядышком, я тут. А мои ладошки смешные малыши. Кругу мы с ним едва дыша, получим расстояние и в пляске соблюдать, чтоб пара неудобно им было танцевать. Пара поем мы ножкой, смешные малыши. Когда-то так учились мы топать, как и ты. Пружинку не забудем при этом выполнять. Под музыку красивую танец, обнимем малыша, прижмем его к сердечку и скажем чудеша. Нам пожелай удачи, рукою помаши, и тихо до свидания, дружок, ты мне скажи. Я отпускаю ручку, прощаюсь и глаза, но только почему-то вдруг просится. Прощай, наш остров погремушек, прощайте, милые игрушки, море синее нас ждет по местам, полный вперед. Внимание, внимание, отплываем, отплываем, ждут нас в море чудеса, отплываем, отплываем, поднимайте паруса. Наша радость на свадьбе.
Песни танец, перегнула на качелё, и прекрасные лесные танцы, а жаль в рот, мускула и глаза. Thank you.
нас в школу готовы, правда? И игрушки мы взяли. А давайте проверим, что же детки наши собрали в школу. Снимай, Вова, девочка, снимай портфель. Проверяем. Так, бумага нужна в школе. Еще что? В другом конце. Карандаши нужны, ребята? Да. Нужны в школе. Счетный материал, циферки нужны. Да. Букварь, конечно, нужен. И что, ни одной игрушки не положили? Никак не получилось. Умничка, молодец, справился с задачей. Ну, позвони проверить. Так, у Евы бумага цветная нужна. Карандаши нужны. Счетный материал нужен? Не нужен? Нужен. Букварь? Нужен. Нужен. Карандаши? Нужны. Ну, игрушечка. Yeah.
никто не сбился, по-моему. Лиса, она разве так считает? Неправильно, ребята, давайте посчитаем. Один, два, три! Сто лет уже знакомы, и же остаемся никогда.
мы не в саду и дома. Нас утяжи вместе привели. Мы были малышами. И ложку правильно держать мы не умеем сами. Обе сердце вниз дыма. Умеем мы читать. Считать, доставать чтецы. Любить и рисовать. Мы сядем рядом с ним. На парту до саду. Я что, я друга? Своего. Ни в чем не проведу. Жизнь через дружбы говорят. Одинокий сам себе не рад. Быть кому-то очень нужным. Нас диверно сам дружно. А друзей на свете нет преград. Надеюсь, что все ребята нашей группы останутся такими же дружными в школе. Дорогие родители, полюбуйтесь на своих сыновей. Город дружбы покидают самые настоящие джентльмены. Умные, респектабельные и очень-очень образованные. Модницы и фантазерки, такие милые, нежные и трогательные. Thank you.
Вдали виднеется большой и красивый остров. Этот остров под названием Семья. Привет, родители! У меня есть семья. Это мама, папа, я. Мы все очень дружны и друг другу нужны. Хорошо, что солнце светит, но сто раз важнее досветит. Да меня моя семья, это точно знаю я. Подружка, ты давно мне не звонишь. Может, сегодня на минутку в гости забежишь? Много дела, да, немало. Ждет домашним с нас хлопот. Надо ужин приготовить, постирать, сварить компот. Мама, скучно мне играть. Сказку можешь почитать? Подожди, ты не буди. Лучше к папе подойди. Что ты, кофточку купила? Говоришь, красивый цвет? Рюшки, бантики, оборки. Замечательно, слов нет. Да, каблук такой высокий. А ты сможешь такой носить? Ах, как хочется мне тоже эти туфельки купить. Мама, надоело мне стоять. Может, нам с тобой вместе? Ах, где некогда, сыночек. Побежала я стирать. Он сидит на кресле. Папа, попроси его стоять. Папа, папа, не читай. Лучше в мячик поиграй. Я тебя прошу давно. Отведи меня в кино. Это все потом, мой милый. Ты сходил бы погулять. Мне же надо очень-соочно тебе рекламу читать. Он сближит. Я политик Спартака. Мы в Ильизов поиграем завтра вечером. Пока. А гулять об этом, кстати, попросите Серёгу Катю. Катя, ты сегодня сможешь самолет дорисовать? Или Катя в бумере ванной с тобой запускать? Скажешь, тоже мне сегодня надо быть в институте. Скоро лекция начнется. Пора мне уж выходить. А вчера знакомый Славка пригласил меня в кино. Ни минуточки свободны, все расписано давно. Что же делать одному? Не сидится, не лежится, не гуляется ему. Папа, мама и сестренка, помогите вы ребенку, порисуйте, поиграйте. И в индейцев поиграйте. Знайте, бедному ему очень скучно одному. Родителям.
Это всего лишь юмористическая сценка. И я надеюсь, что никто из вас себя не узнал в ней. Спасибо, дорогие родители. Счастья всем вам и вашим детям. Наше плавание, ребята, подходит к концу. Мы побывали с вами на островах дошкольного детства. А впереди вас ждет материк под названием «Школа». Отплываем, ждут нас море чудеса. Отплываем, отплываем, поднимайте паруса. Сейчас возьмите цветы и приготовьтесь к поздравлениям. На школьной стране мы играли и пели, но время настало проститься, друзья. Мы стали большими, мы все повзрослели. Плывет наш корабль к другим берегам. Сегодня большое спасибо мы скажем. Тем, кто нам ласку, заботу дали, рассказывал сказки, кормил вкусной кашей. Всех тех, кто воспитывал нас и любил. Тебя не забудем, родной детский садик, запомним уютный и радостный дом. Плывет по волнам наш
кораблик волшебный и станет когда-то большим кораблем. Пришла нам с садом попрощаться. Уходим не на лето, а навсегда. К нему мы будем в мыслях возвращаться, припомнив эти чудные года. Но главное, отлично старт нам дан. И мы за это благодарны вам, сотрудники нашего детского сада. Шумные любящие вас дворы, примите подарок наши улыбки и наши цветы.
Зале. Желаем так учиться вам, чтоб сад гордился вами. Ну что ж, друзья, настало время сказать вам до свидания и пригласить вас всех на вальс, на танец расставания. Возвратить.
что сделаете, ребят? Ребят, остановитесь. И рамку тоже дальше. И рамку, выше рамку. Хорошо. Еще дальше, ребят. Запомните, такие, какие они есть. А сейчас наступил самый торжественный момент. Слово для поздравления предоставляется заведующей детским садом 12 Аленушка Довханюк Ларисе Александровне. Ну вот, во-первых, перед поздравлениями не узнаю. Наверное, хотели сегодня такими взрослыми казаться, да, ребята? Что вы школьники уже, чего не баловались тут сейчас, да? Так, ну сегодня у нас с вами закончился самый последний праздник, это выпускной бал. Мы с педагогами постарались сделать его для вас веселым, незабываемым. Я думаю, что у нас это получилось. Получилось, дети? Понравился вам праздник? Понравился? Ну и разрешите мне от всего коллектива поздравить вас с поступлением в школу. Целых 4 года вы ходили к нам в детский сад. Мы учили вас познавать окружающий мир, танцевать, петь, дружить, быть честными, добрыми. Я думаю, что все, что мы привили вам в детском саду, поможет вам в дальнейшей вашей жизни. Ну а в школе мы вам желаем только учиться на 4 и 5. Желаем легких заданий домашних. Желаем хороших, добрых, честных друзей. Хороших учителей. Ну и смело, уверенно шагайте к достижению своих целей и детских мечтаний. Вас, уважаемые родители, я тоже поздравляю с выпуском ваших детей в школу. Вам желаю прежде всего терпения, здоровья, мудрости. И желаю стать вот в этом нелегком жизненном пути для ваших детей настоящими мудрыми помощниками своим детям. Спасибо вам за доброту и ласку. И вам спасибо за то, что вы такие. Спасибо вам за ваших детей. Нам с ними очень хорошо было все эти 4 года. Очень интересно было работать. Правда, ребята? Да что же вы такие спокойные? Я вас правда не узнаю. Ну все, дети, и в добрый путь. И сейчас, ребята, посидите. Мы вам вручим дипломы. Это ваш первый документ в жизни, который вы получаете. Очень серьезный и очень важный. Диплом об окончании детского сада. Подарим вам все ваши работы, которые вы выполняли в детском саду на память. И родители приготовили вам здесь тоже подарки. Я вот на одном примере покажу. Вот, да? Вот такие вот альбомы, фотографии и книгу сказок. Давай поможем. Диплом об окончании детского сада вручается Сорванову Владимиру, самому любознательному и рассудительному мальчику в связи с окончанием детского сада. Диплом вручается самому доброму и справедливому мальчику Емельяненко Максиму в связи с окончанием детского сада.
вручается самому старательному и воспитанному мальчику Курсу Максиму. Диплом вручается Васиной Софии, самой вежливой и энергичной девочке в группе в связи с окончанием детского сада. Диплом вручается Авдеевой Виолете, самой общительной и артистичной девочке в группе в связи с окончанием детского сада. Диплом вручается Савенко Еве, самой ласковой и эмоциональной девочке в группе в связи с окончанием детского сада. Но на эмоции показалось. Диплом вручается Григорьевой Сабине, самой скромной и старательной девочке в связи с окончанием детского сада. Диплом вручается Ильишенко Виктории, самой активной и жизнерадостной девочке в группе. Иноземцевой Насте, самой нежной и трудолюбивой девочке в группе. Диплом вручается Подольной Насте, самой красноречивой и заботливой девочке в группе. Подпружниковой Дарьи, самой очаровательной и культурной девочки в группе. Диплом вручается Самойлову Сергею, самому дружелюбному и ответственному мальчику в группе. Ну все, ребята, еще раз вам добрый путь и всего хорошего. Ребята, подождите. Слово предоставляется нашим родителям. Сядьте, ребятки, на случай еще немножко. В волею судеб так случилось, что мой сын попал сначала в другой детский сад. С 2 до 3 лет там находился. Потом перевелись в этот детский сад и увидели, что это не детский сад, это большая дружная семья. Здесь все люди родные, близкие стали за эти годы. И каждый день нас сплачивал все больше. Конечно, грустно расставаться, но мы счастливы, что эти счастливые мгновения детства наши дети провели в этом замечательном детском саду. Спасибо вам огромное, всему коллективу, всем нашим воспитателям. Сначала была Ольга Николаевна с Галиной Ивановной, потом Валентина Ильинична, Анна Михайловна, Оксана Владимировна, Ирина Александровна, музработник. Спасибо вам. Спасибо, Валентина Ивановна. Спасибо всем сотрудникам детского сада. И самое большое спасибо нашему директору Ларисе Анне. Спасибо вам всем. Было очень приятно, что мы были с вами. Я буду выразить слова благодарности всему коллективу детского сада. Сегодня практически все работники собрались, чтобы посмотреть на наших детей. Это понятно, потому что то, что вот мы все сейчас увидели, это результат работы этого большого дружного коллектива. Хочется пожелать вам всем здоровья, счастья, семейного благополучия. И очень хочется, чтобы ваш этот нелегкий, нужный труд достойно оплачивался. Спасибо большое. Прощание, прощание. Молчание зала полного. И с детством расставания, и встречи мира нового. В добрый путь. На этом я...